Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале «Вязание – это модно». Сегодняшний ролик – это такое влоговое видео, где я хочу поделиться с вами, чем же я занималась в эти праздничные дни, январские праздничные дни. Сегодня 8 января, я отдыхаю уже с 31 числа и отдыхала бы еще очень-очень долго. Мне это безумно нравится – быть дома и заниматься тем, что я люблю. Так вот, сегодня я расскажу вам, что у меня на спицах и на крючке, покажу готовую работу. И расскажу о своих планах на один интересный проект. Если вам это интересно, то, конечно, оставайтесь со мной. И первая работа, которой бы я хотела сегодня с вами поделиться, показать ее на спицах, это пуловер льдинка. Кто следит за продвижениями всех процессов на моем канале, знает, что я снимаю подробное видео, прямо пошагово, о том, как я его вяжу. И сейчас я остановилась на этапе, когда связала рукав. Этот пуловер вяжется по принципу а-ля реглан-погон. Здесь погон на 2 петли. Я уже остановилась на моменте, когда связала полностью рукав. Вот сейчас у меня здесь 58 петель. И нужно уже делить вязание на тело и рукава. На этом моменте я остановилась. Здесь у меня связано, как раз вывязан один моток. Вот здесь я присоединила второй. То есть вот на этом моменте у меня закончился один моток пряжи. Вяжем мы этот проект из Alize Angora Gold Simli. У меня было два моточка. И так как тело моего пуловера очень такое хорошее, оверсайз, он 130 сантиметров при объеме бедер 50, то 100, 50 это полуобхват, то я решила, что, возможно, мне не хватит вот этого одного мотка. Хотя я и не собираюсь делать длинный рукав, но почему-то я сегодня сбегала в магазин и купила, на всякий случай, еще один моточек. В мотке здесь, в 100-граммовом, 500 метров. Очень приятный цвет, мне очень нравится этот ледяной оттенок. Думаю, что работа будет носиться. Постараюсь связать быстренько, чтобы успеть ее в феврале месяце поносить, а также, чтобы и вы, друзья, смогли что-то связать вместе со мной. Процесс такой, отдыхалочка, здесь все вяжется лицевой гладью. Единственное, я говорю, что меня как бы стопорит, это то, что я снимаю подробное видео, и на каком-то моменте, если я остановилась вечером, а снимать дальше нельзя, то мне приходится это все откладывать на следующий день. Обязательно увидите. Я думаю, что в этом, в январе месяце, вы увидите эту работу уже в готовых работах. На этом, пожалуй, все, что я хотела бы рассказать об этой работе. Подробно все есть на канале. Мы вместе связали горловину, вместе связали росток. И у меня теперь спрашивают под видео, на какой размер я вяжу. Я рассказываю, друзья, как связать на любой размер, поэтому вы не привязаны к моему размеру. Очень часто у меня под видео спрашивают, на какой размер я вяжу, но все, в основном все мои мастер-классы построены на том принципе, что я считаю в камеру, и поэтому вы все можете посчитать вместе со мной. Я не начинаю мастер-класс с того, что набираем на спице номер 4 132 петли. У меня такого нет. Я беру листочек и считаю все это вместе с вами, то есть вы, подставляя свои мерки, все можете посчитать для себя. И связать этот пуловер на любой другой размер с любым другим облеканием по фигуре. Так, что еще хотела сказать про эту пряжу. В принципе, мне понравилось с ней работать. Зацепка люрикса у меня получилась только одна. Она вот здесь вот на плече, когда я вывязывала, то вот здесь вот где-то как-то я подцепила люрикс. И у меня вылезла вот такая вот петелька, видите, такая вот блестящая. Я ее, скорее всего, крючочком просто спрячу туда вниз, и все, ничего с ней больше делать не буду. Во всех остальных моментах люрикс вел себя прекрасно, пряжа мне понравилась. А теперь готовая работа. Я связала, не входит она у меня почему-то в кадр, жалко, ну вот так, может быть. Я связала, наконец-то, чехол на подушку. Это техника жаккард крючком. Здесь вот в последнем рядочке я вывязала петли под пуговицы и не закончила вот так вот как бы здесь, а связала еще вот такой вот запасик крючком, который буду вкладывать вот так вот вовнутрь, и пуговицы будут пришиты вот здесь.
Это будет способствовать тому, что чехол будет сидеть на подушке более аккуратно. Я еще не стирала эту работу и не отпаривала. Шовчик вот здесь сделала самой простой иглой. Получилось довольно-таки аккуратно. С этой пряжей мне очень понравилось работать. Это у нас джинс плюс. Я сейчас покажу вам моточки этой пряжи, потому что я собираюсь вязать для второй подушки. У меня на диване одна маленькая подушечка, это для нее накидка, а вторая чуть больше, и для нее накидка, это чехол. А для второй подушки я буду вязать по-другому, не жаккардом. По пряже это у меня Янар джинс плюс, цвет который шоколадный, это 70-й. Цвет который такой вот молочный или светло-бежевый, это 05. Я покупала два мотка вот этого светлого и два мотка шоколадного. Осталось у меня чуть больше светлого и чуть меньше шоколадного. Но вот этого количества, то есть 4 мотка, мне хватило для вязания такой подушки. Размеры ее сейчас скажу. Итак, размеры. Размер этой подушки 40 на 40. Вот. Ну, тут 39 получилось. Ну, так как это не стирано, не парено, то, в принципе, 40 на 40. Вязала я таким вот самым простецким китайским крючком номер 5,5. Этим же крючком, кстати, вязала столбиками без накида. И на эту подушку, точнее говоря, на технику по этой подушке, немножко про узор, у меня есть отдельное видео на канале, можно посмотреть. А вторую подушку я буду вязать этим же крючком, этими же нитками, но столбиками с накидом. И я уже из остатков пряжи, тех остаточков, что остались вот от этой наволочки, я связала два квадрата для будущей наволочки. Это вот все, что у меня получилось из остатков. Этот квадрат получился вот прям полностью, и остался всего лишь вот такой вот небольшой кончик. Этот квадрат получился вот с таким остатком, поэтому я говорю, что бежевого вот у меня осталось больше. Замысел на подушку вторую такой. Передняя ее часть будет связана из 4 квадратов, которые будут расположены вот так друг к другу. Здесь вот таким вот образом. Вот это место и вот это место займут полосатые квадраты. Здесь будет бежевая и коричневая полоска. Здесь и вот здесь. И оборотная сторона подушки, то есть уже как бы, ну, не лицевая, а изнаночная, ну, пойдет из того, что есть. Скорее всего, она будет просто полосатая, чтобы мне использовать уже все ниточки. Так, размер этих квадратов у меня получился, сейчас скажу, какой. Размер этих квадратов 23 на 23. Когда вот сейчас вот так вот выложила, то получилось 22, но подтянется будет 23. Так, ну-ка, еще разочек. Ну, возможно, что еще один рядок можно связать, потому что, ну, я, друзья, честно, когда вязала, сантиметром не пользовалась вообще. Ни при вязании вот этой подушки, ни при вязании этой подушки я сантиметровую ленту не прикладывала, чтобы связать квадрат. А что я делала? Я складывала свое вязание вот так и добивалась ровного треугольника. То есть я складываю, вижу, что у меня треугольник, что вот здесь угол ровно сложился, и здесь угол ровно сложился, значит, у меня квадрат, и я заканчиваю свое вязание. Тем же самым принципом я руководствовалась и при вязании этих квадратов. Сантиметровую ленту в руки не брала. То есть я вязала квадрат вот таким способом, то есть вязала треугольник. Когда сложится ровно пополам, значит, у меня квадрат, все, и готово. А столбиков с накидом здесь 25.
рядов, вот сейчас не знаю, сколько можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 рядов. 15 рядов на 25 столбиков. Ну, это вязание у меня пойдет теперь, конечно, гораздо быстрее. Эти два квадрата я вообще связала на одном дыхании, потому что, конечно, жаккард. И еще, когда я его только начинала вязать, я еще и сидела со схемой, то есть постоянно смотрела в нее, пока не связала один полный раппорт. Только потом я смогла отложить схему, уже ориентировалась просто на связанные ряды. А здесь это просто вязание-дыхалочка, которое можно будет делать под просмотр фильмов. Кстати, я на этих праздниках посмотрела столько фильмов. Вау! Может быть, даже в каком-то видео поделюсь с вами. Хотя мой вкус очень специфичный. Я в основном смотрю боевики. Боевики, фэнтези и триллеры. Мне это нравится больше всего. Я не смотрю мелодрамы и не смотрю российские фильмы. Я, если смотрю, то смотрю фильмы советские. Если я вижу, что производство России, я, как правило, закрываю и вообще это вообще не смотрю. Честно скажу, из последних, из работ вот последних лет, допустим, то, что мне попадалось на глаза, нет, мне не нравится ни один фильм, ни игра актеров, ни то, как, ни режиссерская работа, ни то, как это все преподносится, ни сюжет, ну ничего. Почему-то я вот вспоминаю себя в детстве, когда я была совсем маленькая. Это были, конечно, советские фильмы, но на экранах там иногда целовались. И когда я сидела у экрана телевизора, допустим, там рядом была бабушка, папа или мама, ну, кто-то из взрослых, и вот показывалась сцена, где мужчина с женщиной целуется. И в этот момент мое лицо заливала краска, и мне все время хотелось пойти на кухню попить водички. И я быстренько уходила от экрана телевизора. Так вот, друзья, сейчас то же самое случается со мной, когда мне на глаза попадается российский фильм. Как только я вижу российский фильм и слышу несколько фраз актеров, которые они произносят, мне сразу хочется выйти на кухню попить водички. Мне почему-то за них стыдно. Не знаю, возможно, это какие-то мои комплексы. Но вот такая реакция имеет место быть. Американские боевики меня притягивают, мне нравятся французские фильмы. Можно даже посмотреть французские фильмы 60-х годов, 50-х, 60-х годов. А то, что сейчас производится нашим российским кинематографом, нет. Но это такое лирическое отступление. Итак, что у меня дальше? Дальше. Из остатков пряжи от моего жилета, на него есть подробное описание на канале, я вам сейчас сюда поставлю фотографию этого жилета, у меня осталось довольно-таки приличное количество пряжи. Я решила связать шапку, а заодно снять на видео весь процесс, как я ее вяжу. Кроме, конечно, резинки. У меня в том видео нет показа того, как я набираю петли и как вяжу резинку 2 на 2. Я посчитала, что это уже умеют делать все, поэтому начала я свое видео. Не знаю, можно ли его будет назвать мастер-классом. Начала я свое видео уже с разбора узора. Вот такой вот узорчик. Здесь всего один ряд я написала для себя, чтобы сделать установочный ряд. И уже сделала вот съемку, такую подготовительную съемку для дальнейшего развития этой шапки. У нас здесь будет и узор путанка, будут вот такие небольшие перехлесты, я не знаю, как это называется, из трех петель состоящие. Здесь будет большая коса на 12 петель. Вот я сейчас остановилась на том моменте, когда нужно производить съемку, как делать перекрещивание в этой косе. Ну и потом, конечно, закончу это большим кусочком, как хорошо и правильно закрыть макушку, чтобы свести все эти узоры воедино, красиво, и закрыть макушечку. Вот такая будет шапочка. Пряжа здесь Naka Super Lamb Special. Это то, что у меня осталось от жилета. Молочный цвет номер 300. Вяжу я в одну нить и использую спицы номер 3 и номер 4. На тройке я связала резинку 2 на 2. А на четверке я сейчас вяжу дальше шапочку. Если кто-то хочет вязать шапочку, можете, друзья, уже на спице номер 3 набирать 112 петель.
и вязать вверх то количество рядов, какое вам необходимо. Если хотите резинку 1 на 1, вяжите 1 на 1. На нас это никак в дальнейшем не повлияет. Дальше вот этот вот ряд подробно у меня расписан, как перейти к узору и как сделать прибавки, потому что из 112 петель мы потом придем к 132. То есть вот в этом первом ряду у меня будет 20, и у меня и у вас будет 20 прибавок. Итак, на 112 петель на спицах номер 3 можете связать уже вот такую резинку. И к тому моменту, как выйдет мое видео, вы уже будете готовы вязать дальше узор. Это вот такой следующий процесс. Ну а теперь о моих планах на будущий проект. Кто сомневается, что вот из таких вот маленьких остаточков может получиться что-то путнее, как говорила моя бабушка, то следите за моими видео. Это остатки пряжи от моей лапопейсы и от распущенного пуловера. Это твид 80 от Lin Line Epiu, 370 метров в 100 граммах. И вот этот вот светло-серый цвет, когда я взвесила, то получилось 195 грамм. 195 грамм я перевела в метраж, у меня получилось 720 метров. То есть я 1,95 умножила на 370. Дальше у меня есть остатки, опять же, от двух шапок, которые я вязала. Это артикул New Mill от Victoria. Здесь 450 метров в 100 граммах. Вспушенный меринос. Если здесь 80% шерсти и 20% полиамида или полиакрила, то это 100% меринос. У меня здесь 230 грамм. Я вычла конус. Думаю, что он весит примерно грамм 30-40, и у меня получилось 230, вот еще вот с таким вот клубочком. По метражу, если перевести это в метраж, получается 1035 метров. Дальше у меня вот такие остатки фиолетового и, даже не знаю, как назвать этот цвет, ну, возможно, кирпичный. Но он не свекольный, он сейчас показывается в камеру как немножко свекольный, на самом деле он такой... И даже не кирпичный. Не знаю, друзья, как его назвать. Коричневый с вкраплениями. Здесь есть и розовый, и какой-то белый, серый цвет. В общем, очень красивый такой цвет. А у фиолетового вот у этого здесь вкрапления есть синего и черного. Как-то так. Очень красивые вот эти цвета. Мне лапопейса очень понравилась использованием вот этих вот цветов. Там вот этот цвет у меня шел основным. Этих цветов у меня по 40 грамм каждого. Ну, вот этого коричневого или кирпичного 45 грамм. Получается, что по метражу у меня эти пряжи примерно совпадают. Около 900 метров получается всего вот этого твида. И 1035 метров вот этого мериноса. Я буду вязать в две нити. Основной цвет у меня будет... серый, вот этот светло-серый, и будет идти вот с этим мериносом в две нити. Можно сейчас прикинуть, какой это получится метраж. Сейчас быстренько прикину, скажу вам. Спицы еще пока не знаю, образец не вязала. Задумка связать теплый жилет с круглой кокеткой. Вдохновилась я на вязание этого жилета картинкой, которую сейчас поставлю. Ее я увидела в интернете, в Инстаграм. И узор я срисовала с этой картинки вчера, очень быстро, так, наспех. Конечно, с такой маленькой фотографии очень плохо видно, что там. То есть какие-то моменты у меня срисованы примерно. И прибавки там тоже разглядеть сложно. Тоже прибавки у меня срисованы примерно. Поэтому считать я все буду потом самостоятельно сама. Узор, как я поняла, начинается на 11 петель и заканчивается 17. Возможно, 18, но там что-то мне показалось, что какая-то нестыковка, тут я дорисовывать не стала. Все-таки 17 с прибавками вот такими вот. В этом, значит, ряду прибавочка, здесь прибавка и вот здесь прибавка. Ну и, конечно, в круглой кокетке вот здесь, где там есть такой небольшой узорчик, там тоже есть прибавки. И я думаю, что там основное количество прибавок, как это обычно делается в круглой кокетке.
Расчет буду показывать все подробно на своем канале, как это я обычно делаю. Если кто-то хочет связать что-либо подобное, может быть, у кого-то есть пряжа на целый большой проект. У меня это будет жилет, а вы потом довяжете рукава, и у вас это будет лапопейса. Поэтому вот. Скоро я приступлю вот к такой работе. Для того, чтобы сделать расчет, мне сейчас нужно связать образец. И так как пряжи у меня очень мало, то образец буду вязать таким образом, чтобы потом его распустить и использовать эту пряжу в работу. Но прикинуть на спицах это нужно. Сейчас я возьму, наверное, 5 спиц, чтобы связать образец по кругу. Так как вязание будет идти по кругу, у меня плотность вязания кругового и вязание на двух спицах туда-обратными рядами отличается. Поэтому вязать буду по кругу. По кругу и именно вот этот вот жаккард, потому что в кокетке будет жаккард, чтобы прикинуть, сколько же все-таки петель набирать и на какую ширину выходить уже потом на уровне отделения тела от так называемых рукавов. Я не знаю, будут они у меня эти рукава, но скорее всего их уже не будет. Посмотрю, сколько у меня останется пряжи, если хоть какой-то там маленький рукавчик можно будет довязать, возможно, довяжу. Вот такой задумала я проектик. Сейчас подбираю все свои остатки пряжи, ничего нового пока не покупаю. И совсем-совсем подбор остатков у меня идет на проект плед. Сейчас покажу вам, что там получается у меня. Вот такое количество квадратов у меня получилось связать за эти праздничные деньки, иногда только беря крючок в руки. В основном я вязала, пока мы играли с Дарьей в игру «Миллионер». Там пока кидаешь кубик, пока ходишь фишечками, ну то есть другой игрок пока ходит, у меня была возможность что-то вязать. И вот таким образом у меня пледик-то и прирастал. Всего я связала за праздничные дни 16 штук. И плюс к тем 18, которые уже у меня есть, получается, что я связала 34 уже квадрата. А плед у меня задумывается на 54 квадрата, поэтому большую часть получается, что я уже одолела. Когда начну соединять, что-то у меня потом была какая-то мысль о том, что, возможно, 54 будет маловато, потому что вяжу этот плед более тонким, чем тот предыдущий мой плед в зелено-таких кирпичных тонах. Но потом, друзья, промерила квадраты, в принципе, они получаются ничуть не меньше, чем те у меня были 15 на 15, так и эти такие же получаются 15 на 15, то есть толщина пряжи не повлияла. Вяжу я тем же крючком номер 4,5, и, видимо, поэтому квадраты получаются, в принципе, такие же. Есть некоторые квадраты, которые чуть-чуть выбиваются. Ну, например, вот этот, да? Ну, насколько он выбился? Пол сантиметра здесь и пол сантиметра здесь. Не больше. Поэтому я думаю, что так и остановлюсь на количестве 54. И тогда мне остается связать всего лишь 20 квадратов. Но большая работа там, это, конечно, обвязка. И я еще пока не решила, чем я буду делать эту обвязку. Если там у меня было прям несколько моточков пряжи, которые я могу делать обвязку, то сейчас у меня такого количества нет, чтобы мне сделать эту обвязку однотонной. А хочется сделать ее однотонной. Я подумаю, у меня есть несколько бобиночек с остатками пряжи слонимской. Она, конечно, совсем тоненькая, 1700 метров на 100 грамм. И мне придется ее мотать, чтобы хотя бы вязать, наверное, нитей в 7-8, чтобы вот подогнать ее вот к этой толщине нити. Возможно, я так и сделаю, потому что пряжа лежит, а она не востребована, и там можно сделать микс, то есть взять несколько цветов, однотонно не мотать, потому что получится там у меня мало пряжи, остатки небольшие, 200 того грамм, 150 того, там 250 третьего. А сделать такой микс, подобрать цвета из моей вот этой цветовой палитры, там есть что выбрать, смотать и связать обвязку для пледа, потому что пряжа лежит, я ничего из нее не вяжу и не планирую вязать.
вот из такой супер тонкой пряжи все-таки вязать мне немножко не понравилось, когда нужно сматывать в несколько нитей. Сейчас у меня, правда, лежит купленный один такой вариант, там кашемир с хлопком, но я покусилась на него именно из-за такого состава, и смотали мне на 3 бобины в одну 2 нити, во вторую в 2 нити и на третью в одну нить, то есть для вязания в 5 нитей. Но и то с 3 бобин вязать я что-то не решилась, и сейчас решила смотать это все в одну нить, эти 5 нитей. Я знаю, что так делать нельзя, что могут быть провисы, поэтому мотаю прямо по чуть-чуть, по несколько минут в день. И прямо слежу за этим натяжением нити, потому что уже вот так вот посмотрела, с 3 бобин вязать, ну, я не смогу, лично у меня как-то не лежит душа к этому. Вот думаю, если смотаю в один клубок, буду вязать, с 3 бобин нет. И о чем это я говорила? А о том, что не очень-то мне полюбилось вязать из очень тонкой нити, которую нужно сматывать в большое количество нитей, да. Таки да, поэтому, чем она будет лежать у меня, я лучше пущу это все в плед. Ну, а на этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Очень надеюсь, что было вам чем-то интересно, потому что полезностей в этом видео никаких нет. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам. Все они помогают продвижению моего канала. Пишите комментарии, задавайте вопросы. С любопытством заглядываю в творческую студию. Всем всегда отвечаю. До новых встреч. Всем пока-пока.